Дорогие телезрители, с вами программа «Крупным планом». В рамках нашей сегодняшней программы мы узнаем, что первично в человеке – желание или разум, а может быть, мозг всего лишь обслуживает наши желания. Также мы поговорим о последствиях нашего эгоистического развития сегодня в области медицины и узнаем, что подразумевал Зоар, говоря о прокаженном доме. Гость программы – профессор-каббалист Михаил Лайтман. Здравствуйте. Добрый день. И я ваша ведущая Елена Фридман. Рав Лайтман, первый мой вопрос касается исследования человеческого мозга. Исследуя человеческий мозг, ученые пытались там отыскать механизм, который управляет человеком, задействует всю эту функцию, все те возможности, находящиеся в мозге. Тем не менее, они ответа не нашли. Они говорят о том, что их исследования, в принципе, не увенчались успехом. Может быть, не там искали? Нет, не там, конечно. То есть наш мозг является очень серьезным передаточным звеном между нами и каждым из нас, и внешним, вселенским мировым разумом. Мы на самом деле связаны между собой. Сетью, очень серьезной, очень сложной сетью взаимной связи, абсолютно все души, не просто люди, не просто на уровне нашего мира в этом объеме информации, а намного более глубокой и намного более емкой информационной связи. И поэтому говорить о том, чтобы мы могли найти в человеке его источники поступков, мыслей, чувств, решений, желаний, всего того, что с ним происходит, это совершенно неверно. Нету этого ничего. Это все через вот эти в связи, невидимые для нас, неощутимые, проходит через нас, через миллиарды других душ и тел, и возвращается снова. В общем, это огромный общий цельный организм. Мы его не знаем, мы его не чувствуем, каббала о нем говорит, каббалисты его ощущают, они находятся явно в постижении его работы, этого организма, они постигают всю эту работу, она называется сиянием шхины, так называемое сияние общего мирового, это не мирового нашего, а как бы всего мироздания, общего желания и общей мысли. Там, где все человечество соединяется вместе в своих желаниях, в своих стремлениях, в своих мыслях на самом высоком уровне, в исправленном своем состоянии вместе с Творцом. Это должен постичь каждый человек в итоге, и вот тогда-то мы и узнаем. Это то, что хотели бы узнать эти ученые, или они не задаются этим вопросом, но иначе у нас не будет никогда полной информации, или вообще мы ничего не будем знать. Можно ли сказать, что исследуя мозг, ученые, в принципе, ищут корень нашего происхождения? Да, но в мозгу, в общем-то, ничего нет. Мозг, он является очень таким небольшим, как бы, приемником. Как в каждой клетке существует какая-то часть, которая определяет работу этой клетки. Но, в принципе, работа клетки определяется всем организмом. Угу. И она командует. Но для того, чтобы клетка узнала, как надо работать, что организм требует от нее, для этого и в ней существует маленькое такое устройство, которое адаптирует ее с общим организмом. Вот это и есть наш мозг. Хорошо, я хочу, чтобы вы нам немножко разъяснили здесь, но это через несколько секунд, а сейчас такая информация. Парапсихология – это, попросту говоря, учение о паранормальных явлениях. Она связана с природными феноменами, которые, в свою очередь, апеллируют к тайнам времени и пространства. Что касается времени, то нам до сих пор кажутся фантастическими процессами, которые происходят. Прошлое превращается в будущее и так далее, утверждает нейролог Персингер. А вы сказали так. Вы сказали, что все существующие состояния, они находятся в записи, то есть и прошлое, и будущее. В этом мы ничего не можем изменить. И наше путешествие, оно как бы снизу вверх. То есть, согласно Каббале, все состояния уже существуют. Вообще не существует времени. Да. Существует только одно состояние. Что нам дает ощущение времени?
Это только относительно нас оно протекает, потому что мы находимся в процессе постижения именно вот этого единственного цельного совершенного состояния. То есть могу ли я... Я постепенно, можно уподобить это человеку, который находится в бессознательном состоянии, и он постепенно приходит в сознание. Вот он видит, ай, оказывается, мир появился, а раньше этого мира не было. А теперь он появился. О, я вижу, теперь и люди появились. И кроватка появилась, и сестра больничная появилась, и койка, и палата, да, и шубы какие-то появились. А раньше, значит, Бог их не изобрел, а вот сейчас он их создал, и вот я их вижу. То есть то, что проявляется у него перед глазами, ему кажется, что этого не было, а вот сейчас вот появилось. Вот так вот, поэтому и вот этот весь процесс появления нового относительно него он называет течением времени. Ну, то есть, и могу ли я сказать, что смена наших состояний, в принципе, наших желаний, состояний дает нам это ощущение времени? Конечно. Да? Если бы в нас не менялось бы, но именно в нас, потому что мы меняемся изнутри, и меняется наша емкость ощущения. Если бы этого не было, то времени бы не существовало, если бы не было изменений. Хорошо. Вот сканирование мозга во время медитации и молитвы показывает удивительно низкую активность в задней верхней теменной доли. И врачи Пенсильванского университета утверждают, что в этот момент человек начинает меньше желать. И этим самым он стирает эту границу между эго и миром. То есть как бы эта граница размывается. Естественно, потому что он вообще в себе все стирает. Он себе понижает. И причем очень сильно понижает свое эго, естественно. Он растворяется как бы. Это неправильное состояние, потому что при этом он, в общем-то, убирает, аннулирует свое «я», свою личность, свое личное участие как бы в этом. Он хочет быть в таком пассивном состоянии слияния с окружающим. В виде неживого. Вот, например, ученые называют именно этот момент равновесия и близость к природе. Естественно, потому что если я обращаюсь в какой-то камень, то я близок к природе. А если я эгоист, который требует, хочет, желает познать, раскрыть, почувствовать, попробовать, то это уже какое-то я, которое существует явно в природе в своем личном виде. Но это неверно, потому что это против... всего прогресса, против всего развития, против эволюции, против самой природы. Этим мы не ближе к природе, этим мы ближе к неживой природе. Просто у нас нет выхода другого. Таким образом, как бы мы приходим в состояние равновесия, в состояние спокойствия, в невозмущенное состояние. Но, в принципе, не к этому надо идти. Надо идти к тому, чтобы использовать явно весь эгоизм. Все, что только может родиться и развиться в нас, проявиться. И на таком огромном пике эгоистическом чувств и разума и всего, вот там быть в равновесии с природой. Ну, об этом мы поговорим еще несколько позже, как нам правильно использовать наш эгоизм. А вот из того, что мы сейчас с вами сказали, я думаю, что вот можно сделать интересный вывод. Именно желание влияет на работу мозга. То есть насколько больше ты повышаешь желание, развиваешь желание, настолько мозг начинает работать активнее, как бы исследуя, не исследуя, а помогая обслуживать мозг желание. Мозг существует только для того, чтобы достичь желаемого. Больше ни для чего иного он не существует. Если стоит задача в желании чего-то достичь, мозг помогает желанию этого достичь, то есть наполниться желаемым. Хорошо. Алхимики давно искали секрет философского камня, чтобы превращать все в золото. Но это лишь символ, потому что в этом превращении способность подчинить себе мир. Конечно, если я превращаю любой элемент во что угодно, даже физически, то я уже становлюсь в чем-то творцом. Да. Но вот согласно их утверждению и представлениям, если я подчиняю мир себе, то я таким образом приближаюсь к Богу. Да. Становлюсь чем-то творцом, естественно. Но дело в том, что, во-первых, это только они занимались тем, что на неживом уровне пытались это сделать.
мне в живом уровне, в принципе, заняться перетасовкой электронов, нейтронов, протонов в атомном ядре и переделать их, это, в принципе, возможное дело. И я думаю, что это в будущем будет не проблема. И создавать из отдельных... В одном ящике у меня электроны, в другом протоны, в другом, третьем там нейтроны и так далее. И вот я составляю из них, тебе надо золото, пожалуйста, вот я собираю золото, серебро, железо, бронзу. Нет проблем, любые элементы. Но дело в том, что... а что мы этим достигаем? Чего, в принципе, мы достигнем этим? То есть вот это чисто такая технологическая проблема, которая, если будет решена, ну, она ничего, человек от этого счастливее не будет. Он не достигнет смысла жизни, он не станет каким-то всемогущим в чем. У меня будет, у каждого будет дома там несколько тонн золота, что он будет с этим делать? Именно символика в том, что подчиняя себе других, властвуя над другими, я таким образом достигаю статуса Творца. Нет. Совершенно нет, потому что задача Творца заключалась в создании человека для того, чтобы человек достиг уровня Творца сам. Да, так вот в чем уровень Творца? Достижение уровня Творца. Уровень Творца это не в том, чтобы создавать вот эти вот всякие бирюльки там золотые, а для того, чтобы быть подобным Творцу по его статусу, то есть по его свойствам, свойствам отдачи и любви. Творец создал нам своим светом. Этот свет состоит из 613 свойств отдачи и любви, так называемых тариак орхин деорайта, называемых таких. 613 видов света. 613 видов эманации добра, любви. А мы созданы как бы отпечатком. И поэтому в нас есть 613 эгоистических желаний наполниться этими светами. Вот мы должны эти эгоистические желания преобразовать так, чтобы они эманировали в свою очередь, чтобы они работали как 613 свойств отдачи и любви. Из каждого из нас. Сейчас мы поговорим об использовании наших желаний. Здесь небольшое отступление. На протяжении всей истории человечества слово «проказа» или «лепра» вызывало страх. Эта болезнь характеризуется очень интересной особенностью. Ее инкубационный период длится от 3 до 10 лет. Очень долгое время, на протяжении которого человек внешне чувствует себя здоровым, а на самом деле он очень болен. Наш путь развития и наша жизнь чем-то сродни этой болезни. Почему? Об этом в продолжении нашей программы. Про Влайтман. Книга «Зоар» говорит о том, что раскрыть Творца и настоящую жизнь мы можем только в связи с другими. А желание использовать других ради себя и властвовать над всеми он называет прокаженным домом, который надо или сжечь в себе, или так далее. Это и есть дом. Мои все желания, мое сердце называется домом. Прокаженное, потому что оно все желает только ради себя. И что, что в этом случае? Почему «Зоар» говорит, что это надо... В таком случае, если это прокаженный... Не только сжечь. Есть разные виды лечения проказы. То есть это может быть сжечь или просто разрушить, разобрать на части камни, бревна и так далее, хорошенько их почистить и снова собрать. То есть для этого надо обратиться к коэну. Что значит коэну? Это свойство отдачи, свойство любви, с которым ты должен сравнить, какое твое сердце и какие твои свойства. И вот когда ты сравниваешь, ты видишь, на каком уровне, а у нас есть 4 уровня в нашем эгоизме, они так и называются, 1, 2, 3, 4. Вот на каком уровне твое сердце повреждено. В соответствии с этим, или, если уже ничего не остается, то сжечь. Но можно на этом месте построить новый дом. Иногда даже на этом месте ничего нельзя строить. Или разобрать его, почистить. В общем, разные такие есть исправления. О чем говорит? То есть «Зоар» говорит, в принципе, только о внутренних наших желаниях. Только об исправлении сердца говорит вообще вся Тора, весь «Зоар». И ничего больше человеку не надо вообще в его жизни. Только это его задача. Не надо больше чем заниматься. Нет. Ну, надо обеспечивать себя. Да. Специально создан этот мир, чтобы мы себя обеспечивали на этом уровне. И с него мы независимо можем... уподобляться Творцу. Потому что, обеспечив себя как животное, ты можешь растить в себе человека.
То есть, чтобы это животное просто не мешало, как говорится, да, развивать человека, да, не более того. Ну что же, путь использовать других ради себя, знает или нет, мы выбрали еще с древнего Вавилона, переняв эту методику у Немрода. В основе этого пути обслуживание своего «я» и отчуждение от других, которое перерастает в ненависть. И все бы ничего, если бы мы, как существа, живущие в обществе, не пожинали бы теперь плоды своего отношения друг к другу. Рав Лайтман, на одном из уроков ЗОР вы сказали, говорили о медицине и назвали ее эгоистической. Что, вы сказали, что если бы в ее основе лежало здоровье человека, а не зарабатывание денег, то все бы выглядело иначе. Нет. Нет, не только, Леночка. Не только. Дело в том, что взгляд медицины на систему человеческую, угу, на его организм, это взгляд порочный. Это известно. Потому что она обращает внимание только на каждый орган в отдельности, а не на общее тело. Она обращает внимание на человека одного, а не на его связь со всеми остальными. Как бы с космосом даже, не просто с человеческим обществом. И поэтому мы не можем лечить правильно ничего. Мы только, так сказать, заталкиваем болезнь внутрь, и человек так и доживает. Вот могли бы вы немножко более подробно рассказать об этом, в принципе, подходе? Потому что это известно, что таких врачей очень мало. В принципе, они и преуспевают, если они ставят диагноз, учитывая хотя бы человека как, и все его органы как взаимосвязь, как единое, да, целое, а не относясь к какому-то конкретному органу. Это древний подход, может быть, можно назвать его в чем-то восточным подходом, хотя он в древности он был у всех, да, допустим, даже и в Южной Америке, и в Африке, и, естественно, в Азии, на Дальнем Востоке. Этот подход, это только не современный, не европейский. Вся проблема, что Европа, как эгоистически такая переродившаяся, здоровая эгоистическая часть человечества, она во всем пошла, и в науке в том числе. Но наука, мы еще как-нибудь поговорим отдельно, почему науки наши тоже порочны, и почему они такие однобокие, мы через них ничего не можем, поэтому добраться до духовного, нет прямой связи, выйти через них в высший мир, в следующий, раскрыть нам его. Так вот, медицина, она, к сожалению, наша, это, она раскрывает только как бы проблему любой одной части тела. Вот, вот доктор по глазу, а вот доктор по уху, а вот доктор там по горлу и так далее. И друг с другом как бы эти части не связаны. Ну, в какой-то мере они дают нам облегчение, потому что мы все такие эгоисты в свою очередь. И эгоисты нас лечат. И эгоистическим подходом, и эгоистическими лекарствами, змеиными. Да, выделить все из змеи, как и символ медицины. Так что все это пока держится. Но, в общем-то, конечно, мы подходим к очень серьезному кризису, к обнаружению того, что на самом деле этот подход в своей основе порочен. Что из этого будет? Из этого будет в конечном итоге пересмотр всего подхода, как и вообще все, что человечество до сегодняшнего дня успело натворить, все это придется, конечно, пересматривать и производить работу над ошибками. Вот вы в своей книге «Развитие души» сказали о том, что вся проблема научно-технического прогресса в том, что он обгоняет моральный прогресс. И что из этого выходит? Я хочу поделиться с вами, нашими телезрителями, о таком явлении, как фитотерапия, которая получила распространение в последнее время, она получила название «терапия на крови». Это продажа стволовых клеток еще не родившегося младенца. Врачи на ультразвуке специально ставят неправильные диагнозы и говорят матери, что ей надо прервать беременность по медицинским показаниям. На самом деле это не так. Впоследствии эмбрион будет использован для омоложения звезд, а врачи, естественно, заработают на этом круглую сумму денег. Это то, что происходит, и даже пытались вести не одно журналистское расследование по этому поводу. Они не увенчались никаким успехом по той простой причине, что были там задействованы высшие эшелоны власти по всей этой истории. Что происходит, как это может быть? Ведь основная клятва, которую дает врач, клятва Гиппократа, не навредит. Ну что вы, о чем вы говорите? Какая там... Мы же видим, что врачи, они, ну я бы сказал, это одна из самых эгоистических специальностей. Потому что человек чувствует, что он властен над тобой.
Человек чувствует, что он может тобой командовать. Человек чувствует, что он, свою безнаказанность. Ну, казалось бы, должно было быть наоборот. Да нет, вы взываете к морали, вы взываете к какой-то внутренней честности, совести. Ну, это совершенно как-то справедливости, что ли. Это вообще как можно требовать от современного человека. Тем более, когда вы берете какого-то там мальчишку или девчонку, обучаете их, и причем обучает их быть эгоистами, и рваться, пытаться достичь любыми путями какого-то состояния, какого-то положения, какого-то могущества. Врачу платят за то, что он побольше обслуживает пациентов. Врачу платят за то, что он побольше выписывает лекарств, которые покупают, за это платят деньги. Я вот знаю, в Канаде у меня мать, она идет к врачу, я с ней как-то был у врача у ее, она уже пожилая женщина, естественно. Врач с удовольствием ей выписывает лекарства. Потому что 10% от стоимости лекарства ему аптека присылает обратно. И поэтому он заинтересован, чтобы она к ней, лично к нему приходила, а не к другому. Естественно, он заинтересован выписать ей больше лекарств. Потому что с мира по нитке, что называется. И поэтому ему выгодно маленькое-маленькое еще добавление каждому пациенту. И в итоге оборачивается у него серьезным приличным заработком. Я разговаривал с этим врачом ее. И он мне просто абсолютно все откровенно объяснил. В Америке у меня есть много учеников врачей. И они рассказывают мне о порочности. Ну, а в России раньше когда-то этого не было, потому что врач работал на ставке. У него была какая-то определенная ставка, и не зависит ни от чего. Или от часов работы. Если от часов работы, он хочет поскорее избавиться от пациентов. То есть у врача нет абсолютно никакой заинтересованности в здоровье человека. И поэтому вся эта медицина, конечно, она только для того, чтобы на ней заработать деньги. Ну, а уж стоимость лекарств, всяких всего оборудования, это же все бюджет здравоохранения, он превышает иногда бюджет обороны государства. Это иногда самый большой бюджет, который вообще выделяется государством на что-либо. Так что это очень серьезная кормушка для миллионов людей. И поэтому мы не можем требовать от медицины, как мы ее устроили эгоистически, как мы ее создали. Мы не можем требовать от врачей бескорыстной, такой простой помощи на самом деле человеку. Человек здесь вообще, здесь нет человека. И само отношение так не к человеку, а к его органу. Зайдите, он на тебя не смотрит, пациент, так разденьтесь, ну-ка... Послушал там, ага, печень, почка, нате вам лекарство, уходите. То есть не о человеке говорится в общем, а говорится о каком-то органе. То есть весь подход и в общем, и в частности, он совершенно порочен. Как возможно изменить этот подход? Возможно ли? Невозможно. Это только когда человек убедится, что он живет в цельном мире, он связан со всеми, с остальными вместе с собой. Он должен заботиться, если он хочет быть здоровым, здоровьем всего общества. Он должен достичь... В Зоре сказано прямо об этом, в главе Пинхас. Там сказано, что все наши болезни, они только из-за нашего вот этого вот эгоистического отношения одного к другому. Мы переносим друг другу вот эту заразу, вот этот яд. И от этого болезни. Он рассказывается там об этом так подробно. Какие болезни, как возникают, на каком уровне эгоизма провоцируются какие заболевания. То есть эти болезни – это лишь последствия нашего... Да, конечно, как и все остальное. Но здесь явно можно проследить. Угу. Ну, а вот, например, есть сейчас и другие разработки, конечно, например, такие умные таблетки, таблетки с чипами, которые представляют возможность сканирования. И когда они находятся в желудке обследования, они позволяют определить даже те болезни, которые разовьются впоследствии. Ну да. Да. Это все для человека, что называется. Да. Для того, чтобы... То есть идем и дальше упорно в том же неправильном направлении. Даже существуют сегодня мини-роботы, которые, находясь в организме, способны омолодить его на десятки лет и даже больше. И, как предполагают ученые, позволят человеку жить вечно. Позволит ли это человеку жить вечно? Я не знаю, кому это надо. С нашим подходом сегодня мы, по-моему, начинаем более правильно относиться к жизни. Мы не хотим детей, мы не хотим сами жить.
И, в общем-то, продлять не получится, во-первых, у нас. Мы не сможем никоим образом избавиться от болезней. Потому что болезни являются просто демонстрацией нашего внутреннего эгоистического отношения друг к другу. Никуда от этого не денешься. Это внешние отношения, это внешняя демонстрация внутренних проблем. Проблем на духовном уровне. Поэтому они не исчезнут. А мы желаем как бы делать заплатки, какие-то внешние косметические мероприятия. На самом деле болезни будут. Человек счастливее не будет. Человек здоровее не будет. У него будут таблетки, которые будут помогать ему продлевать эту старость. В принципе, счастье не принесет. И не оздоравливая корень проблемы, мы, естественно, не достигнем ничего хорошего в его, так сказать, внешней демонстрации. Ну, в принципе, мы начали нашу программу с вопроса о философском камне, с исследованием мозга, потому что, в принципе, человек всегда искал, наверное, причину, и он верил в то, что его жизнь должна быть вечна. Мы искали этого всегда. Надо этого достичь, только надо выйти на другой уровень жизни. Человек действительно должен быть вечным, должен быть, обязан. У нас есть к этому потребность, и этого можно достичь. Эта каббала помогает, но для этого ты должен приподняться над животным. Животное не может быть вечно. 2000 лет, 3000 лет, сколько хочешь, это все равно... Не вечно, и это все равно... Это тот уровень, который не вечен в человеке. Нет, нет. Такого и тоже этого нет. Человек должен думать о том, чтобы достичь вечности в течение своей жизни. Это не зависит от того, сколько лет он проживет. Это зависит только от этой интенсивности, когда работая над собой, он правильно, серьезно себя исправит, поднимет над своим эгоизмом и достигнет на следующем уровне, над этим эгоистическим животным состоянием, своего духовного состояния, когда в нем разовьется уровень человек. И тогда он ощутит вот эту вечную, совершенную свою жизнь, на самом деле, которая существует, но не через существование этого животного тела вечно. Но кому оно надо в таком виде, чтобы оно вечно существовало? Мне надо, чтобы я... Мое «я» существовало вечно. Я думаю, мы придем к этому, у нас будет другая медицина, которая будет нас исправлять изнутри и приподнимать над уровнем этого эгоизма, над всеми этими проблемами, и в итоге мы станем абсолютно здоровыми. Спасибо вам большое. Я лишь в заключении нашей программы хочу сказать, что, как говорят каббалисты, в частности книга «Зор», вечная жизнь, которую мы так искали, она находится в связи с другими, она раскрывается между нами. То, что было до этого, это всего лишь фильм, который просто спроецирован, и нам кажется, что мы живем и живем правильно. Жизнь – это ощущение внутри нашего желания, внутри него существует абсолютно все – рождение, любовь, ненависть, все страхи, охлаждение. Грешники и праведники мира находятся внутри меня. Весь мир находится внутри меня. Как правильно реализовать себя? Как правильно привести в действие всю реальность? Как правильно построить взаимоотношения между нами? И построить абсолютно другое общество? Об этом и говорит Каббала, и об этом в наших следующих программах. Спасибо вам большое. До свидания.